В Магаданском колледже экономики и сервиса прошел тематический мастер-класс по приготовлению национальных татарских блюд. Татары являются коренным народом полуострова Крым. В честь 7-й годовщины Крымской весны юные кулинары имели возможность не только приготовить национальные блюда, но еще и углубиться в подробности их изобретения. Чак-чак очень прост в изготовлении, и минимальное количество продуктов входит в его состав. То есть это мука, яйца, и готовится все это на растительном масле. Согласно легенде, хан Булгарии искал новое блюдо, которое было бы простым и праздничным, долго не портилось и при этом было питательным. И самое главное, чтобы блюдо являлось символом народного единства. Таким блюдом и стал чак-чак, искусство изготовления которого позднее освоили татары. Сегодня же студенты колледжа научились готовить это символическое блюдо. Помимо десерта студенты также приготовили эчпочмак – духовые пирожки с говядиной и картофелем. Присоединение Крыма к России, мы вот готовим национальное татарское блюдо эчпочмак. Очень интересно и увлекательно. По словам преподавателей колледжа, не только в этот день студентам подробно преподают историю происхождения блюд. В детях воспитываем дружбу между национальностями. Сейчас это актуально в наше время, поэтому у нас здесь разные тоже учатся дети. Поэтому стараемся внести в уроки не только вот именно приготовить, но и воспитательный момент. В Магаданском колледже экономики и сервиса регулярно проводятся мастер-классы, посвященные различным темам и событиям. Крымская весна в этом году стала еще одним шагом к единству и сплочению народов.